Смотрим Валеру, да, мы смотрим Валеру Гостера, вернее, уже идем смотреть Валеру Гостера. Стоит ли сбегать от маньяка? Стоит ли третья часть, кстати говоря, стоит ли или не стоит? Стоит ли или не стоит? Топ вопросов разными голосами. Стоит ли? Опа. Опа. Думаю, чуть-чуть надо. Вот так, нормально? И вот так. So, поехали. Сколько у меня времени? У меня в час ночи. Мы дошли, да, мы дошли до Валеры. Наконец, наконец-то мы до него таки дошли. И сейчас мы пойдем его смотреть. Я во время просмотра буду не так много отвлекаться на чат, так что прошу понять, простить и подождать, пока я не закончу просмотр. Спасибо за понимание. Yes. Так, сейчас подкорректируем. Итак, всем здравствуйте, всем привет, меня зовут Валера, всех поздравляю с осенью. Ура! Осень – это Осень! прекрасно. Осень – это время учебы, и мы начнем с повторения прошлой темы, которую многие из вас не уяснили. Данный Ну-ка! Видеоматериал снимается специально для Санька. Громкая Санька! Фамилия. Боюсь последствий. Буян. Санечка, приятного тебе просмотра, аппетита. Нам позволяют теперь принарядить нашего маньяка. А вот и мой лук повседневный. Вау. Любой мужик на пляже теперь мясник. Непонятно. Мясо. Нечеткий парень сфокусировался, это Юджин. Давай Юджин. Послушаем его историю. Юджин. За окном шел сильный мужчина в капюшоне. Он схватил меня за очко. Сразу стало неуютно. Я начал избивать Еще бы. Определенное время этого жуткого мужчину в капюшоне. В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось переехать жить в старом сарае. Жить. Ситуация жить. Кажется сюр, но на дворе 22-й год, всякое может случиться. Сарай, кстати, у вас очень красивый. Топ, дом. С удовольствием бы остался здесь жить, но я не хочу. Не хочу. А вон он идет, смотрите, красавец. Уважаемый мистер Маньяк, сарай... У него еще собака, кстати. Можно какое-то пояснение, куда меня похитили? Это родина, твоя родина, в которой тебя ждут незабываемые приключения. Невероятная карта с окрестностями, родные дома и постройки. Вся эта карта уникальна, и нигде ты такого не найдешь. Зуб даю. Не надо. О! Жизнь реально Любишь вырвал. Тачки? Покупай и поехали. Что Навесим за... на нее тюнинга. Я сначала У нас думала, его что... полно. Там... Соревнуйся с Это была реклама. Других игроков и десятками твоих любимых блогеров. Нет. На родине РП. Конечно, это реклама, это грёбаная реклама. Я сначала думала, что это такая долгая подводка. Заказывай корше. Ой. Вычислять все доступное здесь можно десяток часов. Поэтому давай, не оттягивай начало игры, переходи по ссылке. И начинай уже сегодня. Я начинаю уже сегодня. А бонус для новичков прилагается. Ждем тебя на родине. Бум. Ну, спасибо. Класс. А, ну теперь здесь еще и пес, да? Пизда. Клетка заперта, понял. Типа чуть меня погромче, закрыли, окей. То есть это зачем? Жесть, зачем? По сравнению с тем, что было у Алана, это просто хоромы какие-то. Типа кинг-сайз кровать, мини-бар, шкафчик. Прям в номере Майнкрафта, вы чё? Какая-то интересная дырень. Ну и так, просто для сравнения. Давайте вспомним, что там у Алана было. Кондиционер. Это класс, да? Теперь Алан. Чё есть? Отдельная комната? Пусто. О, открывашка. Открывашка. Отмычка, в смысле, имел в виду. Чё, так просто? Я снова сбежал? А Всё, собака? Я сбежал. Да-да, собаку забирать с собой, сваливать. Моя а, ты чё? Всё, понял, ты пошёл нахер. Ты же не подошла, я думала, Ясно, началось. По крайней мере, он за ней бежал. Собаку кормить не учили? Она мне в ногу вцепилась. Это типа про ногу сейчас было? Нахер ты подставил меня, притурочный? Притурочный. Можно не гавкать? Сундук. Он просто голодный. Материться. А, нет, это пароль. Но будем искать пароль. Топор без рукоятки. Пользы от него, наверное, маловато. Всякие коробочки. Ну, можно кидать. Метают Блядь! Да чё ты палишь меня? Да это собака первая. Это война. Это первая начала. Я ненавижу. Что, а что там, нога в капкане? Видимо, показалось. Какая Видимо, же ты отвратительная псина.
Смотрите, там отдыхает типус у нас. Лифт для ведра, не хватает кнопок. Давайте-ка думать. Это свет, значит, да? Так, и что я ожидал? С ковырялкой хожу и вообще что-то не втыкаю пока ничего. И не втыкаю. Не втыпляю и не втыкаю. Жесть, у вас собака вибрирует. Нормальная, нет? Я сейчас отмычкой вскрою. Можно, давай, короче, на будку через забор. Моя нога! Все, ладно. Это что-то слишком уверенно сюда идешь. Я ничего не делал. Погоди-ка. Да мы просто баловались. Погоди-ка. Кто включил свет? Свет? Это... Серьезно? Мы экономим! Кто включил свет? У-у-у, сука! Свет, значит, да? Ну, ман, ну не... Капец, свет всего лишь не выключил. О, метла. Слышишь, пес? Сейчас я тебя... Ладно, все. Сейчас тебя... Зачем мне метла? Либо я сейчас полечу на ней, либо мне она нахер не нужна. Либо надо найти, где грязно, и убраться. И тогда меня отпустят. Ну, типа, с мамой точно прокатывала. Клининг. Чисто тумба спряталась, я ее не видел раньше. А вот о, и ключ от двери, класс. Так, заперто на ключ. А ключ. У меня он есть. И в чем проблема? Возможно, это не в чем тот ключ. Твоя? Написано конкретно ключ. Это конкретно ключ. Это конкретно заперто на ключ. Ключ. Думаете, ключ. Я тупой? Ключ есть ключ. Ну, бывает, затупил. Заперто на ключ. Ключ. Другой. Какая привередливая дверь. По могу сути, вставить метлу в замок. Колесо. Это будет робот-пылесос. Ну, типа, метла с колесом. Ладно. Дзинь-дзинь. В смысле сняли деньги? Можно метлу к собаке применить, нет? Я думал, где-то что-то сверху, и метлой это надо достать просто. Чу! Согласен. Свет не горит. Шкафчики постоянно? Все закрыты. Почему у нас здесь страдают постоянно ноги? То собака за ноги кусает, то капканы. Зачем вообще капкан рядом с собакой? Да, кажется, показалось. Да-да, сваливай. Погоди-ка. Нет. Извиняюсь. Куда делась метла? Кого? Да как? Да ну на! Охереть, акция за метлу по таблу. Мое лицо. Я и даже забыл, где я ее брал. Почему ты бесполезная за тебя получаю? Господи, я не помру в сарае, помогите. Тут реально помогите. Пусто. Если у кого-то какие-то вопросы, я в руке держу болт. Real Genster. Есть какое-то предположение, что я тупой. А, здесь тоже дверь была все это время? Ёб твою! Кто это там шумит? Это все собака. Жесть, ну дурная вообще псина. Посудя. А, я с веником стою. 9 секунд. Поставь. Блять, да поставь. Ух, жесть, я быстрый. Жесть, я максимально... Блять, шкаф. Я сено. Да я сено. Я сено, сено, сено. Вы проиграли? Я вовсе не так, светлой. Я уже помню все, что к чему. Шкаф закрепил. Первым делом. У меня сегодня какой-то день всепаданья. Это очень грустно. Моя фигурка... Их стало две. А зачем ты била по столу? А я не помню. Я не помню, зачем я била по столу. В смысле? Мистер Маньяк, вы забыли положить мне отмычку? Отмычку? Как это называется? Это стырили. Просто обман. Можно я на вилле сяду? Он о, стырил? Крест. Значит, тут клад. Я встану, и, типа я настоящее сокровище, смотрите. Смотрите, я сокровище. Ладно. Не дотянуться. Погоди-ка. Показалось. Что, я что, застрял тут? Тумба-юмба. Где отмычка? А я могу двигать кровать, может быть, балку? Вау. Да ты чё? Эти палочки можно двигать? Пёс, ты видел? Сказал бы сразу, что за бред вообще? Так, метла. Опять капкан. Все переставили мне сюда. А палку нужно назад ставить, а то вдруг он внимательный такой. Погоди-ка. Эта палка лежала. Полный комплект. Латекс-маска на шее, засос. Дырки на жопе не хватает. Здесь, помню, был ключ. А теперь здесь ржавый нож. Вижу скотч, режу. Там ключ. Повезло, что вижу скотч, не вижу препятствий. Наконец-то я посмотрю, что там. О, холодильник есть что? Колбаска! Съесть колбасу, вы еще спрашиваете. Лошара, возможно, это твоя была. Здесь еще дверь с комнатой, охренеть. Это какой-то неприступный шкаф. Здесь головоломка с фигурками. И вот эта проволока неприступная. Ну, типа, ее нельзя просто скрутить, да? Тут нужно авиаудар вызывать. Это какой-то странный кирпич. Он прям другой. Да, он прям будто выдвигается. Ёб! А, метла. Так это же выдвигается. Я еще там лазил же. Все закрыто, ящик закрыт. Все, 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 все. Все, холодильники. Сейчас заметишь, что колбасу стырили. Туда пойдешь? Там ничего нет, нет, там ничего нет. Сейчас колбасу нет. Проверят. Если что, те ящики были закрыты.
Закрой. Кто сожрал мою колбасу? Это пес! А, за что? Что ты добьешься этим? Выдавишь ее из меня. А колбасы все равно нет, что каждый раз теперь будешь бить меня за нее или что? И что там? Кстати. А, можно тогда включить свет, обойти все это дело, и там типа будет видно, что к чему, например. Ну-ка. Ну, например, ну вот, я не тупой, пес тупой. 2, 8, 6. Кусачки. Очевидно, кусачками мы вскрываем шкаф. Кто это там шумит? Может быть, просто кто-то не умеет нормально складывать. По сути. Да ёб! Давай быстро в клетку. А, я закрыл еще перед собой. А что, она не открывается? Да я пытался вернуться! Что-то мне эта кнопка уже нравится все больше. Начинаем вращать доски. Соблазнительная кнопочка выйти. Первый нож, ничего себе, может под второй сразу выход будет. Опа! На, не. Было бы приятно. Опа, гаечный ключ, но это просто. Все, вот так-то. Это ключ от двери, который звонит постоянно. Нафига ты звонишь постоянно? А как мне в него попасть? Она постоянно его вызывает. Нафига ты идешь? Звонок мальчик для учителя. Ты кто? Мальчик по вызову. Чё, а? Я не звал. Капец, странный ты. Так, что здесь от меня прячем? А чё там так темно-то? Тут темно до жопы вообще. Ничего не видно. Где я хожу? Абсолютно бестолковое место. Нужна лампочка. Ни слова больше. Стул, давай сюда. Так, прикроем на всякий случай. Да какого? Вопросы, интересно, у него будут какие-то насчет стула? Дай лампу мою. Так, погоди-ка. А мне надо было, тут просто сидеть не на чем. Стул стоял здесь не просто так. Здесь он тоже не просто так стоит. Кто первый сядет, того и стульчик. Конкурсы мы не любим, да? А реально, кстати, можно было оббежать и закрыть его, нет? А тогда бы собака на нас бросилась. Но она только в своей области как-то чилит. Вот, и кидать, когда мы к ней подходим. Можно было просто его закрыть, короче, шваброй там как-то... А нет, швабру можно руку просунуть, убрать. Ну, короче, можно как-то, мне кажется, ее убрать. О, здесь же есть шкафчик на пароле. Только дверь закрыта, а пароль был в дыре. У меня есть план. Достали. В смысле? В смысле? Еще яркость надо добавить. Где там пароль? Где? Тихо, что-то проясняется. 8. Это... Не 4. Это 9? Я как в фильмах. Детективы. 9, 8, 2. Опа. Шах и мат, аутисты. Победители не судят. Это жизнь, детка. Теперь лампочку на чердак нужно. Попробуй только. Я тебе эту лампочку сразу в очко вкручу. Будешь светиться ночью. Светлячок. Тут у нас, значит, лежат немножечко джингом белсов. Кассетный плеер. Дегенератор какой-то. Что еще? Лось, добрый день. Лось, здравствуйте. Я лось? Так. О, боже ж мой! Это же... Олень, отменяется. У оленя произошел отвал жопы. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Как вдруг стянулись тучи в небе, погас огонь костра из-за дождя, исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Хуйню не неси. Что там, погас костёр, исчезли звёзды, и месяки встречают пёс. Я подвигал шкафчик, теперь я гений. Если это вообще нахер не надо, я рот всех вас топтал. Попная смазка — это просто сказка. Этот кирпич — олицетворение моей нервной системы. На нём весь дом держится по-любому. Короче, глаз, луна, всё открыто. О, гениально. Ключ. Гениально. Я эту загадку решил с первого раза. Я просто не знал, где... Вопрос... Ебучий! Как мне бесит эта дверь, она постоянно будет звенеть. Мерзкая какая. Пойди постригись, выпердыш, а? Будку тебе будьте снесу. Здоровы. Вот эту. Погоди-ка. На жопу мою посмотри-ка. Что здесь не так? Что там, доктор? Ну, вроде все на месте. Вот так и я читаю. Смазка смазывает, ящик показывает. Деревянная рукоятка. Все, теперь у меня топор. Теперь можно не бояться. Сейчас вазу ему разобью. Опа. Что за шум? По-любому видишь, что топора не хватает. Не, ну он просто очкошник. Он такой топором там стоит, ну его нахер. Пойди, воняет говной. FBI, open up. Ходим как умеем. Штопор сюда. О, а, ну это для лифта. Все, мне кажется, уже скоро мы все, это конец. Что за намеки? Висит, значит, магнит.
Капец, здесь ключей этих. А я знаю, А он так каждый раз достает их. И в этом секретном чемодане у нас. Вау! Вау! Веревка. Мы же не могли ее снять с лифта. Типа вот так. Побег! Чтоб ему совсем было больно, я захаваю его колбасу. Аривидерчи. Ой, я гнида. Все, я готов. Так, Алан, голос. Все, крысимся под лестницу. Так. Нет, я просто решил свалить. До свидос. Калитку-то закрывать надо было. Что так медленно? Отпусти, бля, сына! Отпусти! Ой-ой-ой! Как просто, Санечка! Ненавижу собак теперь, кстати. Вот так вот. Что все-таки хочется выделить напоследок? Сижу давно. Вижу площадь умнее, но меньше всех здесь повезло. Оно мало. И только хазбеку тут будет само то. У Эмили комнатка и кровать, тарелки, еда, покушал и спать. Бьются на целый личный сарай, где несколько комнат просто блять рай. Привет, Алан, меня так называл там дружба. Но я далеко, я не могу встать, здесь шкафчика нету, мне дали кровать. Чуть-чуть напряжен. Великолепно. Смущает, конечно, все же одно. Питание есть, но только оно. Клетки с розетки проведено. Вот и все. До свидания. Это просто великолепно. Боже, это... Я... Мне сегодня написали, что трек классный в новом видосе. Я не верила. Я не верила. Но, блин, это же восхитительно. Это просто... Это, знаете, это даже... Как сказать, я не знаю. Типа, это очень классно. Это прям классно. Я в восторге. Я не ожидала такого. Очень классно. Я уже знаю, что я это буду... У меня есть в ВК 10-часовая версия Владислава. Теперь у меня будет это, потому что мне очень нравится. Восторг. Чистейший восторг от этого видоса. А, великолепно. Великолепно. Спасибо, что настаивали, чтобы я посмотрела. Спасибо. Ох, я бы себя ругала, если бы сегодня не посмотрела. Спасибо большое.